Привет, друзья! С вами Елена Клевцова и «Арабская письменность для начинающих». В этой рубрике мы вместе тренируемся писать простейшие арабские слова. И сегодня я решила показать вам язык. Слово «лисен». Буквы «лем», «син», «элиф» и «нун». «Лисен». Конечно же, лисен – это язык физический, который у нас во рту. Есть еще язык лингвистический – это луга. Тоже начинается на букву лем. Но здесь у нас присутствует гейн и та марбута. Посмотрите на буквы лем и элиф, какие они длинные. Они гораздо длиннее основных букв в строчке. Не пытайтесь их приземлять. Буквы лям и элиф, как вы видите, очень похожи внутри слова. Хотя в свободной позиции буква лям выглядит, если это строчка, то она выглядит вот с таким хвостиком под строчкой. А буква элиф похожа на простую палочку или единичку. Однако внутри слова у буквы лям отпадет хвостик, и вместо этого она протянет ручку по следующей гласной в слове. Буква элиф, если ей кто-то дал ручку, то она эту ручку возьмет. Однако после себя она оставляет промежуток. Вот такой элиф индивидуалист и эгоист. То, что ему дают, он берет, после себя он ничего не оставляет. Всего таких букв, как элиф, в алфавите 6. Большинство букв стремятся соединиться друг с другом внутри слова, дружественно протягивая руки друг к другу. И если вы хотите узнать подробнее о принципах арабской письменности, то для вас создан мой курс «Арабское чтение и письмо» всего лишь за 3 часа. Если вы не верите, что за 3 часа возможно научиться арабской письменности, то посмотрите мой первый урок, и я надеюсь, что вы во всем убедитесь сами. Подписывайтесь здесь на первый урок. Я вас жду. До встречи. Пока.